В храм апостола Андрея Первозванного доставили киевскую святыню – чудотворную икону Божией Матери «Презри на смирение». 29 марта в храме Фокино состоялся молебен, на котором каждый желающий мог прикоснуться к святыне. Множество верующих со всего православного мира ежегодно совершают паломнические поездки в Свято-Веденский мужской монастырь, чтобы вознести молитвы перед иконой Божией Матери «Презри на смирение». С начала 2017 года чудотворная икона была принесена в Москву, Екатеринбург и Владивосток. В каждом из городов поклониться великой святыне приходили тысячи православных христиан. Жителям нашего округа также посчастливилось увидеть чудотворную икону. И так Божьим произволением получилось, что один из архиереев в городе Москва очень пожелал, чтобы эта икона посетила его храм. И когда узнали другие архиереи, попросили, чтобы привезли к ним в епархию. И отподобится нам слышание святого Евангелия Господа Бога. По легенде, образ иконы явился Богоматери на территории Пскова в период эпидемии и голода. Из ее глаза сочилась кровь. Таким образом, дева давала понять жителям, что она заботится и сопереживает им. На святыне Иисус Христос изображен в таком положении, как будто поворачивает деву ко всем молящимся и призывает ее на помощь и заступничество. Решение о принесении этой святыни в Россию принято не случайно. Оно связано с тем, что перед образом иконы «Презри на смирение» возносят молитвы о мире в России и Украине, о единении, которое необходимо всем, независимо от национальности и гражданства. Это радость большая, это духовное подспорье, тем более в это сложное время, когда идет вот такое столкновение с братским народом. И вы знаете, вот я разговаривал с людьми, которые ее сопровождают, с инокиней, с другой женщиной. Все молятся по ту и другую сторону границы о том, что был мир. И вот миссия, я считаю, любой святыни, она объединительная. Пресвятая Богородица вот и показывает, что зря вот это все происходит. Сами матушки приехали в Россию на 3 недели, а путешествуют со святыней уже 4 месяца. Несмотря на то, что точной даты прибытия иконы в наш город не было известно, в храме апостола Андрея Первозванного собралось множество прихожан. Это говорит лишь о том, что сердце русского человека всегда тянется к православию, и такие события в жизни дают большую духовную поддержку. Ну а во время поприща поста великого, это, конечно, духовная поддержка и радость. Потому что в наш маленький городок на краю России, с Украины, святыня приехала. Было такое однажды, но это было давно. Помимо Владивостока, икона побывала в Уссурийске, а Фокинский храм ее привезли непосредственно из Арсеньева. После Приморского края она отправится в Хабаровск.